Пойдемте. Мы вышли. Сейчас будем. Да, сегодня действительно осталось большое событие в клубе «Енисей», открытие нового магазина. Я очень счастлив находиться здесь. Конечно же, я много видел магазинов в разных клубах, в тех, в которых я играл. Но это меня тоже впечатлило. И, конечно же, это большое событие не только для руководителей клуба, не только для футболистов, которые присутствуют здесь, но и, конечно, в первую очередь, для болельщиков, потому что они имеют возможность по адекватным ценам купить любую майку любимого футболиста, также другую атрибутику. Поэтому, конечно же, такое занимательное событие. Я счастлив находиться сегодня здесь. Ну, приятно быть первым, конечно. Магазин хороший, все понравилось. Все хорошо, пока красиво. Посмотрим, как что будет дальше. Что вы купили? Футболку, игровую футболку. Енисея красная. Первая у вас? Да, она первая. Хочу поехать, ну, точнее, я поеду в Калининград на чемпионат мира. Ну, хочу там быть, в этой футболке. Линейка представлена сегодня самым необходимым. Здесь можно будет болельщикам приобрести официальную игровую форму футбольного клуба «Енисей», в которой выступает наша команда, как домашняя, так и, соответственно, выездная, плюс вся та экипировка, которая есть у команды. Все то, во что одета команда «Енисей», здесь любой из болельщиков сможет приобрести. В дальнейшем, конечно же, мы планируем и футболки, свитшоты, толстовки в формате casual с различными красивыми, яркими принтами футбольного клуба «Енисей». Hyundai.